Здравствуйте, меня зовут Сергей Чинов, я являюсь вице-президентом Национальной федерации специалистов банного парения. И сегодня у нас проходит отборочные чемпионаты России Центрального федерального округа. Сейчас в разных регионах проходят свои отборочные, и в Московском Центральном федеральном округе проходят свои отборочные, вот, которые сегодня у нас проходят. Я являюсь главным судьей этого чемпионата. И у нас 15 специалистов из разных бань Москвы и других регионов. И сегодня у нас выявляется чемпион. Первое и второе место примет 1 июля, примет два первых места в финале чемпионата России. В чем чемпионат состоит? Что делаете? Чемпионат состоит, человеку дается, участнику дается 20 минут на выступление, и он должен попарить человека максимально качественно, подобрать для участника, подобрать процедуру. Вот. И судьи у нас 5 судей опытных с разных регионов, и они из 16 критериев по 16 критериев оценивают качество специалиста. Так, а приходят участники со своим материалом? Да, со своим материалом. Или... приходят. Со своим. Есть какие-нибудь критерии для этого материала? Быть, да, качество. Грязный, чистый. Безусловно, экологически чистый, максимально качественные веники и прочие ингредиенты. Какие преимущественно идут? Береза, дуб? Дуб. Дуб, береза, пихта. Так, ну что у вас еще? Так, приглашаете нас? Приглашаем, пойдемте. Пойдемте.